Студенты узнали о реализуемых в стране государственных программах. В вузах города проводятся информационные ярмарки. Как студентам получить доступное жилье или как открыть собственный бизнес в следующем материале. По итогам проведенных социальных исследований на сегодняшний день для молодежи также актуальным остаются вопросы социальной поддержки, занятости, обеспечения жильем, получения высшего образования. И учитывая данный факт, при поддержке городского акимата, Центр по работе с молодежью города Караганды совместно с уполномоченным органом в рамках реализации государственных программ проводит мобильную информационную ярмарку «Моби-Инфо». В настоящее время для улучшения социально-экономических условий, становления и всестороннего развития молодых граждан реализуются масштабные государственные программы, о которых на сегодняшней ярмарке и были оповещены студенты. В настоящее время для улучшения социально-экономических условий, становления и всестороннего развития молодых граждан реализуются масштабные государственные программы, о которых на сегодняшней ярмарке и были оповещены студенты. Меня заинтересовала программа занятости и доступности жилья. Ну, мы молодые люди, может, у нас когда-то будут семьи, и я думаю, доступное жилье для нас – это то, что нужно. Да, я получила консультацию, это именно было касаемо доступности жилья. В общем, правила этой программы мне понятны. В ходе информационной ярмарки «Мобил-Инфо» сотрудники компетентных органов Жилстройсбербанка, Казахстанская ипотечная компания, отдел занятости города Караганды, ЦОН и Фонд развития предпринимательства ответили на вопросы студентов. Айгерим Бухтаева, Виталий Силин, Евгений Макаров, 5 канал.